V-Drive 2 – готовый модуль в корпусе на основе микросхемы WinQLAN с интегрированным хост-контроллером USB. Модуль предназначен для подключения USB флеш-дисков к различной аппаратуре, микроконтроллерам, средствам разработки и отладки. На передней панели модуля расположен стандартный USB разъем типа А и двухцветный светодиод для отображения состояния работы модуля. Для подключения модуля достаточно 4 сигнальных линий питания 5 вольт и общего провода. V-Drive 2 поддерживает интерфейсы SPI и UART. Тип интерфейса выбирается с помощью переключателя, установленного в модуле. При установленном джампере используется интерфейс UART. Для перехода в режим SPI необходимо джампер удалить. Обновление программы и встроенного программного обеспечения может быть проведено как через интерфейсы SPI и UART, так и установкой с USB флеш-диск. Для контроля всех интерфейсных функций USB массового хранения используется встроенное программное обеспечение VDAV. Расширенная система ASC2 команд используется в терминальном режиме во время разработки и ознакомления, а короткая 16-ричная система команд используется при подключении микропроцессора или микроконтроллера. Микросхема WinQLAN изначально поддерживает структуру таблицы расположения файлов FAT, еще более упрощая задачи управления. Корпус модуля выполнен с защелками на боковых панелях, что позволяет аккуратно устанавливать модуль в переднюю панель устройства. Области применения модуля V-Drive 2 – системы сбора и передачи данных, системы анализа, диагностики и обновления программного обеспечения, встраиваемые микроконтроллерные системы, системы автоматизации. В комплект поставки входит модуль V-Drive 2 и интерфейсный кабель.